И вот судья Белкенгрен была предложена на пост федерального судьи президентом Байденом и пришла на слушание в Сенат Соединенных Штатов. Послушаем. Judge on the far end. Судья, который с краю, скажите, что гласит статья 5 Конституции? Сейчас не могу вспомнить статью 5. Окей. А как насчет статьи 2? Тоже не приходит на ум. Знаете ли вы, что такое целеустремленность? За 12 лет моей работы помощником генерального прокурора и 9 лет работы судьей я не сталкивалась с конкретно таким вопросом. Мы являемся судом высшей инстанции в штате Вашингтон, и я часто сталкиваюсь с проблемами, с которыми я не знакома. Тогда я тщательно изучаю закон, исследую и применяю закон к представленным мне фактам. Вам придется с этим столкнуться, если вас одобрят. Уверяю вас. Вы знаете, сколько статей в американской Конституции? 7. То есть человек, который назначает на высший судебный пост, не читала, просто в руках не держала американскую Конституцию, и они выносят судебные решения, которые должен исполнять весь мир. Вот вопрос об интеллектуальных идиотах, он просто вот он на блюдечке с голубой каемочкой.